my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river. Вот наш райский остров на 3 дня. Что-то такое ощущение, как будто я вообще здесь первый турист на свете. Мы сегодня не будем тюленить на пляже, вот, а будем снорклить. Привет, друзья! Вот и первая ночь в раю. Первое утро, которое мы встретили на этом райском острове, острове Мало-Паскуа. Итак, я напомню, мы летели сюда целые сутки. И потом ночевали в городе Себу. Вот, потом проснулись и отправились на такси. Мы хотели сегодня проснуться в 5 утра. И что вы думаете? Мы не проснулись в 5 утра, мы проснулись в 11. Вот, потому что наши биологические часы не обманешь. Через 3 часа мы прибыли на пирс в городок Майя. Вот мы в порту Майя. Вот, договорились персональное такси за 1000 рублей на двоих. Вот такая наша лодочка. Так что сейчас за 1000 рублей мы поплывем на Мало-Паскуа. И с Майи полчасика на вот такой вот лодочке. И мы оказались на этом острове. Вот. Какие у нас сегодня планы? Ну, сегодня, наверное, я думаю, мы с Леной отправимся путешествовать вокруг острова. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Кстати, люди, вот эти вот лодки называются банки. Я вспомнил, да, точно. Я вчера пытался весь день вспомнить, как они называются. Банки. Это местная лодочка, чисто филиппинская. А вот гоночная мини-банка. 4 звезды. На Филиппинах проблема с фруктами. Не как в Таиланде. В Таиланде море фруктов. Везде можно кокосик попробовать, здесь даже кокосика нельзя попробовать. Просила кокос, мне сказали нет. Я говорю, ну вон же он растет. Нет, кокос нет. Вот такие зарубки делают на дереве для того, чтобы залазить и срывать кокосы. Вот. Сейчас мы вышли в другую часть острова. Здесь полная тишина. Я зашел вглубь острова, гуляю здесь, все мне, о, привет, привет, как дела, куда ты идешь? Я говорю, не знаю, куда я иду, просто иду. Вот так живут местные, внутри острова, я так думаю, это весь обслуживающий персонал острова. Вот оно, хлебное дерево, это еще маленький зачаток. Я нахожусь как будто в таком, типа площади, наверное, в центре острова. Такое красивое местечко. Прикольно здесь. Идешь гуляй. Ой, очень красиво. Там, конечно, вот где я сейчас гулял, не очень, а вот здесь прям супер. Везде дайверские школы. И вот эти долбанные петухи. Петухов здесь очень много, и они, как и везде пишут в интернете, на этом острове просто не дают спать, гады. Они орут всю ночь. Хотя, по идее, должны орать только утром, но орут всю ночь. Обойти остров вокруг не удалось, потому что там не пройти. Ушел вглубь острова и сейчас вышел опять на свой пляж. Это лучшее, что может быть. Встретить тропический ливень в море, это вообще самый супер.
Привет, друзья! Мы проснулись. Второй день на райском острове Мала-Паскуа. Итак, что нас сегодня ждет? Сегодня мы отправляемся на экскурсию на банке вокруг острова. Сегодня мы полдня будем снорклить. Снорклить и смотреть местные рифы. Так что погнали. Вот мы отплываем, друзья. У нас приват-экскурсия на двоих. За 1500 рублей. 2 часа. Друзья, мы и прибыли. С поездки вокруг острова мы брали экскурсию снорк-роллинг вокруг острова. Итак, надеюсь, вам понравилось. Мы сейчас только что гуляли с Леной по острову, зашли вглубь и набрели вот на такой ресторанчик. Вот на такой ресторанчик. Заказали вот такое вот меню. Креветки. Вот такую пасту только с азиатской лапшой. Еда, которую едят филиппинцы. В глубине острова цены намного демократичнее, чем на побережье. Не хотел я снимать в этой поездке еду, но смотрите, нам принесли прям все кипиток. Thank you very much. То есть мы, ребят, едим местную филиппинскую еду. Мы опять в нашей бухточке. Опять в той же бухточке, куда мы приехали первый раз. И сейчас отлив очень мелко. Что насчет воды? Здесь на Филиппинах замечательная, просто комфортнейшая температура воды, идеальная. И, кстати, вот медуза, которая меня сегодня такая же ужалила. Все, можешь поднимать, они могут без этого, без воды недолго. Класс! Ура. Она меня обнимает, щекотит меня, мама! Ай, щекотит! Ой, слушай, ты их спариваться положила. Вот и хорошо, пускай спариваются. О, настоящая филиппинская звезда морская. Не будем ее отвлекать от жизни. Прости, дорогая, что мы тебя нарушили, твой покой.
6 часов пути мы все-таки доехали. Итак, мы в Муалболе. Почему мы выбрали это местечко? Если кто не знает, то здесь очень рядышком находится коралловый риф. Самый лучший риф на Филиппинах. Вот, друзья, мы прибыли на Кавасан, на водопады Кавасана. Здесь очень красивое место.